И всем привет! Решил я замутить себе шип с аннигиляторной пушкой, с пушкой 7-го размера, который разносит в щепку капитальные корабли. Цена на него, я бы сказал, не очень приличная. Я решил задействовать свои знания и поделиться с вами, как можно уменьшить вложение реальных денег. Ну, учитывая те, которые вы уже вложили, например. Я нашел кораблик у себя и решил его расплавить. Вот так как у него страховка не LTI, а 120 дней, в принципе, терять особо нечего. 40 баксов мне прилетит обратно. В любом случае, если я захочу, я смогу его вернуть обратно. Так, значит, и у меня уже было 40 баксов и стало 80 с копейками. Так как и он продается уже без пожизненной страховки, необходимо использовать болванку. Соответственно, я не покупаю корабль, а делаю апгрейд. Болванка вот этого мопеда у меня есть. Теперь ищем то, во что хотим апнуться. Выбираем и смотрим, какие есть варианты. Видим, есть два варианта. Варбонд и обычный. Значит, в чем отличие? Варбонд только за реальные деньги и дешевле, причем прилично дешевле, на 30 баксов. И второй вариант, стандарт, рассчитан на то, если вы хотите помимо реальных денег потратить еще и стор-кредиты. То есть те денежки, которые, например, у вас остались от расплавки кораблика. Ну или там любой другой штуки в игре. У меня их целых 80 баксов. Плюс болванка, которая стоит 35 баксов, они тоже учитываются. Таким образом, я смогу кораблик купить дешевле на 100 с лишним долларов. У меня, допустим, нет лишних денег на то, чтобы купить Warbond-версию и в каком-то смысле сэкономить 30 баксов. Поэтому я использую второй вариант. Вот. Вариант, при котором я как можно меньше денег внесу в игру. Еще один вариант, который я хочу использовать для дополнительной скидки, это код, который дается за подписку. По-моему, один раз в год на 10 и на 20% в зависимости от подписки. Все, что нам нужно сделать, это скопировать этот код и вставить его в корзину. Заходим в корзину, ищем вот купон, тыкаем на него, копипаст, чик, и у нас, видите, появилась скидка. 10% скинули, теперь я хочу потратить стор-кредиты. Так, нажимаем на стор-кредиты, вводим, сколько из них мы хотим потратить. Подтверждаем и получаем сумму 107 долларов. То есть это та сумма, которую придется внести в игру. У меня задействована еще одна скидка. Минус налог. Вот. Но как ее получить? Вы сможете узнать, например, если станете патроном блогера и главы большой корпорации Турбор. Далее идем в ангар и ищем тот ап, который приобрели. Нам нужно применить апгрейд. Нажимаем Apply Upgrade. Если у вас несколько болванок, выбираем нужную. Отличаются они, по-моему, только кодом на конце. И нажимаем Next. Далее вводим пароль и нажимаем кнопочку Apply. Все. Мы апнулись. Возвращаемся в ангар. И, о боже, где же наш кораблик? Без паники. Все, что нам нужно сделать, это пойти найти нашу болваночку, заглянуть в ее содержимое, и там мы увидим наш кораблик. Вот, собственно, и все. Надеюсь, вам поможет мой обзор. Такая своеобразная видеоинструкция. Если будут вопросы, оставляйте их в комментариях. С удовольствием отвечу, помогу вам.
Если у вас еще нет игры, регистрируйтесь, используйте мой реферал-код, получайте бонус. Кстати, если до 1 декабря зарегистрируетесь и купите игру, то получите бесплатный кораблик за $35. Также я от себя еще делаю небольшую акцию. Если зарегистрируетесь по моему реферальному коду и приобретете опять-таки игру, и будете первым, то я вышлю вам на карту 1000 рублей. Все последующие по 200 рублей. Все, всем спасибо, пока-пока.